Вітаю, це програма «Будь у курсі». Ми не підбиваємо підсумки тижня, не тиражуємо смажені новини. Ми говоримо про те, що у нас накипіло. І в цьому випуску. Прозоро про Прозоро. Як працює система електронних закупівель? Система Прозоро, если раньше мы это вообще не могли даже увидеть, да, то сегодня мы это все можем увидеть. Другой вопрос, что правоохранительные органы не совсем еще перенастроились на новый режим работы. То есть сегодня там, правоохранительные органы либо прокуратура может возбудить уголовное дело, сидя у себя в офисе в интернете, увидев, что есть сговор. Украинская экология. Что с ней не так? Зникаюча історія, як вбили ще одну архітектурну дивину міста. Успішні історії атошників про проєкт «Захоплені життям». Для мене ці історії – це побачення того, що після війни людина може стати краще, ніж була до війни. І в моєму особистому досвіді набагато легше взяти в руки автомат і піти на війну, ніж прийти з війни і поставити автомат на місце. З серпня минулого року державні структури зобов'язали законом все купувати через систему публічних закупівель «Прозоро». Систему розробили активісти. Мета – змусити чесно витрачати бюджетні кошти. Як працює «Прозоро»? Хто може брати участь у торгах? І чому правоохоронці бачать правопорушення, але нічого з ними не роблять, розповідає регіональний координатор «Прозоро» у Харкові. На правах рекламы скажу нашим зрителям, что моя коллега Алина Шульга подготовила большой материал о системе Прозоро. Он есть на сайте nakipila.ve, можно с ним ознакомиться. Вот я процитирую то, что она выяснила. В ноябре 2016 года Харьковский метрополитен объявил тендер в системе Прозоро на закупку 276 железнодорожных реек на сумму 15 миллионов 11 тысяч гривен. Победитель аукциона, компания N, предложила цену лишь на 3861 гривну меньше заявленной. Одна тонна рельс обошлась харьковчанам почти в 42 тысячи гривен, почти в два раза дороже рыночной стоимости. И вот, насколько я знаю, это не единичный пример. Как прокомментируете? Ну, здесь нужно отметить следующую вещь, что, в принципе, по Украине есть заказчик, есть поставщики. Поставщиков, которые приходят по Украине на один тендер, 2,2, ну, фактически 2 человека, 2 фирмы приходят. Но если, допустим, там в Киеве, либо в Виннице 2, и это реальных поставщика, за каждой из них стоит как конкретная фирма с конкретными производственными мощностями, да, какими-то, то у нас в Харьковской области немножко другая ситуация. У нас зачастую 2 фирмы связаны с одним лицом. То есть фактически это фиктивный так называемый договор. К сожалению, пока на сегодняшний день очень сложно бороться с такими, ну, можно назвать, договорниками. Да? Система Прозоро, если раньше мы это вообще не могли даже увидеть, да, то сегодня мы это все можем увидеть. Другой вопрос, что правоохранительные органы не совсем еще перенастроились на новый режим работы. То есть сегодня там, правоохранительные органы либо прокуратура может возбудить уголовное дело, сидя у себя в офисе в интернете, увидев, что есть сговор. Раньше этого нельзя было сделать. Поэтому в данном случае, конкретно по метрополитену, метрополитен – это очень большой заказчик товаров и услуг, нужно разбираться. Получается, правоохранительные органы пока что не реагируют на такие случаи? Фактически нет, но в связи с отсутствием инструментов и новых законодательных инициатив, они сейчас ограничены в своих действиях, потому что даже конкретно по метрополитену, для того, чтобы доказать, что там есть определенный сговор, да, либо завышение цены,
нужно заключение АМКО, антимонопольного комитета. Чтобы дождаться заключения и подложить к делу уголовному, да, чтобы получить заключение АМКУ, потому что ну, там, любой правоохранительный орган не имеет права делать такие заключения, они не являются экономической структурой. Ну, то есть в априори у нас по закону не предусмотрено это. Они должны, АМКУ должно дать такое заключение, но заключение дается очень долго. То есть на сегодняшний день, благодаря тому, что Прозора появилась очень быстро и ее смогли запустить, по большому счету его запускали не государственные чиновники, это запускали так называемые активисты, но и также они писали этот закон, помогали его лоббировать. Но что касается ну, контролирующих органов, которые должны следить за тем, чтобы закупки происходили полностью честно, они законодательство только-только вот подготовили. То есть первый шаг был сделан, что все стало прозрачно, вот второй и третий шаг — это контроль и постоянный мониторинг всех закупок. Везде ли в Харьковской области пользуются Прозора, я имею в виду государственные органы? Свышепороговые закупки обязательно к использованию только через Прозора можно покупать. Ну, так говорит закон, а что на деле? Вот мне известно, на деле что так и есть. Есть попытки саботировать работу системы. Ну, саботирование здесь может идти следующим образом. И, в принципе, я как представитель Харьковского антикоррупционного центра, мы постоянно это видим, мониторя закупки. Тот же городской совет делит, пользуется вот этой уловкой «до пороги, пороги», и делит свои большие закупки там, на 2-3 миллиона, которые должны обязательны к публикации через систему Прозора и по процедуре полностью пройти с тендером, с участием многих поставщиков. Они делят все свои закупки да, там, на 1999,999, то есть одну гривню не доводит до свыше порога. И таким образом они в этом случае, когда они делят вот таким образом, они имеют право заключить прямой договор, то есть сами себе выбрать поставщика. И они этим пользуются, и здесь виден конкретный сговор, но, к сожалению, опять же таки, хочу констатировать тот факт, что правоохранительные органы еще не совсем, ну как бы они видят это. Скорее всего, они видят это, и мы видим, что у них есть желание разобраться в этом, но они еще не имеют инструментария для того, чтобы влиять. Проект по Украине сэкономил за время своей работы 17 миллиардов гривен, а в Харьковской области это 447,5 миллионов. Приличная сумма, но вот кто-то узнает о таких цифрах и скажет, ну и что, а все равно разворуют деньги, смысла в Прозора нет. Что вы об этом думаете? Ну, смотрите, в первую очередь, тут борьба со стереотипами определенным должна пройти. Прозора — это инструмент. Это вот как вилка, ложка, да? Инструмент, который позволяет все вывести в прозрачную плоскость. Понятно, что те деньги, которые вроде бы мы сэкономили через систему Прозора, все равно могут вот через разные уловки, да, но опять же таки повторюсь, прозрачные уловки. То есть раньше этого вообще невозможно было увидеть. Сейчас мы это видим. Мы понимаем конкретные, и мы знаем фамилии, кто это делает. Раньше этого не было. Но система быстро не меняется. Это большой государственный аппарат, который заточен до сих пор на коррупцию. И вы знаете, что сегодня в государстве у нас очень много процессов, связанных с запуском новых антикоррупционных органов. И здесь как раз вот как рука, да, как Прозора — это один из пальчиков. Но также должно быть совместно с этим работать правоохранительная система, которая будет контролировать и в случае чего наказывать тех людей, которые недобросовестно, либо чиновников, которые недобросовестно делают закупки. Это и общество, которое должно следить за такими вещами и говорить, сообщать об этом людям, и говорить, что вот там, допустим, городская власть, которую мы выбрали с вами, она делает нечестные закупки и ворует те деньги, которые мы отдаем через налоги, там, покупая товар в магазинах, либо платя как частный предприниматель какие-то налоги, да, там, на землю, либо другие налоги. То есть, поэтому мы должны говорить о том, что это один из шажков, который на сегодняшний день является одним из самых важных для государства. Потому что государство в целом очень большой закупщик товаров.
и более чем государство никто не покупает. Нещодавно ми розповідали, що у квартири, де жили відомі художники, з'явилися нові власники. За документами житло їм продали попередні власники. Продали, коли вже померли. Діячі міста обурюються, мовляв, квартира мала б стати музеєм. Для неї експонатів достатньо. Десятки робіт Самокіша, Гноєвого, Пєстрікова зберігаються у Харківському художньому музеї. І той не проти ними поділитися. Самокиш – это мастер, который был прекрасным графиком. Он оформлял очень много книг и даже ресторанное меню. Это бывшая супруга художника Пестрикова, который тоже жил в этой квартире. Это тоже его работа. Он очень разный. Он прежде всего анималист. Он прекрасно писал лошадей, причем именно на лошадях он как бы поднялся, потому что когда увидели его работы с изображениями лошадей, к нему стали обращаться очень многие, не только конезаводчики, но и знатные люди, у которых тоже были большие конюшни. Да и, собственно говоря, батальным живописцем он стал тоже из-за интереса к животным, к лошадям. Ну вот Пестрикова, вот эта работа, это его автопортрет. Он тоже учился в Академии художеств, он был портретист, он немножко писал жанровые мотивы, но был известен в Харькове как монументалист. Расписывал совместно там, допустим, с Уваровым. Вот в Доме ученых совершенно изумительные росписи плафонов, да. Он расписывал старое здание, погибшее во время войны, к сожалению, нашего вокзала. Если говорить о Гноевом, то можно сказать, что это профессиональный мастер. Это работы 47-го года. Вот «Фронтовая весна». Сюжет, вот солдат, который не стреляет, не защищается, да, не нападает, не мчится в бой, а солдат, который знает землю, любит землю. И вот пришла весна, и ему хочется вот хоть какую-то борозду пройти следом за этим плугом. Как мастер графики и прежде всего афорта, вот это довольно трудная и вредная для здоровья техника, потому что там надо протравливать царской водкой, которая травит металл, и тогда уже вот какие-то углубления, которые образовались, втирается краска, и под очень сильным давлением это отпечатывается. И он преподавал и учил вот именно этой технике многих своих учеников. Арктика тане, ліси вирубають, воду забруднюють. Все це ми чули багато разів, та чи хоч раз замислювалися? Здається, що це все далеко десь, нас не стосується. Ну що ж, давайте повернемося до нашої країни. Отже, українська екологія. Що з нею не так?
Здається, конфлікти навколо архітектурної спадщини тепер це нормальне явище для нашого міста. Ось вам історія, як зникла ще одна історична родзинка. Цього разу на вулиці Чернишевській. А то есть они, по идее, спилят и деревья? Конечно. Да? То, да. У них уже нарисована была проектировщица какая-то загадочная. Случайно вы увидели мне документы. Вот уже выбитый фундамент. Здесь окон не было фундамента. Ну, послушайте, как выбивают стены. Первый раз полицию мы вызвали 2 декабря. У нас есть акт. Не пустили они полицию, отказались разговаривать. Мы тогда написали письма: водоканал, теплосеть, энергетикам, пожарникам, городскую приемную Кернеса написали, депутату Белецкому написали, нехорошкову написали, да? То есть постепенно у нас где-то есть ответы в районную прокуратуру, в областную прокуратуру. Никаких разрешительных никто не видел, приходили энергетики, их не пустили. Второй раз мы вызывали полицию, у нас такое подозрение, полиция приехала, не остановилась, а в это время работы все свернулись, и не все рабочие, их было много, в тот день покинуло, да? Видимо, они там рушили, стена там проходит капитально, все коммуникации наши там находятся, то есть допуска у нас ни разу не было, никто с нами не разговаривал. Ну, постучить. Да не пустят. Да. Они открывают только по телефонному звонку извне. Успішні історії хлопців, що повернулися з війни, розповіли на зустрічі захоплені життям. Мета організаторів – показати, що змінюватися можна і необхідно. Для мене ці історії – це побачення того, що після війни людина може стати краще, ніж була до війни. І в моєму особистому досвіді набагато легше взяти в руки автомат і піти на війну, ніж прийти з війни і поставити автомат на місце. От сьогодні ми будемо слухати ці історії. Я запрошую Сапєлкіна Миколу. Як після демобілізації, повернувшись до Харкова, Микола відновив власну юридичну фірму, активно включився в громадську діяльність. Этого скрывать не стоит, все свои, все прекрасно понимают, что ну, вот процесс социализации он проходит достаточно тяжело, и зачастую многие вдаются в такие не совсем хорошие вещи, крайности. Как да, в крайности алкоголизм, наркомания и все прочее. Взяла меня супруга в тяжелые рукавицы, сказала: так, все, пошли к психологу. Я не стал отпираться, то есть согласился с этим, что да, действительно надо сходить к психологу. Пошел к психологу, с ней сходили мы. В принципе, психолог все там поставил мне на место, вкрутил включил нужные тумблеры, собственно, как рукой отрезало, ну и начал подключаться к общественной деятельности. Как участник боевых действий я как раз попал под этот проект «Новый Видлик», где после оценки жюри, после 4-недельных занятий постоянных с менторами, из меня сделали такого настоящего предпринимателя. Сумма, которую я привлек уже в качестве своего заработка, я вложил в магазин. Магазин довольно быстро после моих знаний начал развиваться. Мы открываем второй магазин. И я для себя понял, что бы меня ни ждало, это не будет страшнее, чем то, что происходило там. Це все на сьогодні. Більше відео дивіться на нашому YouTube-каналі. І головне, майте свою думку і нічого не бійтеся. До зустрічі!